Камера это хорошая? Камера неплохая. Что тебе дает тренировки в зале? Вот, пожалуйста, специалист ответ. Нет, ну а ты что скажешь? На настроение? Настроение. В первую очередь. А во вторую? Уверенность в себе. Во вторую. А в третью? Тонус. Как чувствует твой организм, соответственно, так же и работают мысли и интеллект. Можно даже не говорить, я сразу все понимаю. Я присоединяюсь к комментариям предыдущего оратора. Да. Но вы не только силовые упражнения в зале, но и турники, наверное, да? Куча турников. Вот прямо турники, час турников и колец. Не, ну как? Полюби, можешь после тренировки остаться и позаниматься на турниках. Кому мало. Если 2 часа мало, то можешь еще подтягать железо. Оправдание. Засранец, прогуливает тренировки, что я могу сказать. Знаю, там же шел, что я лето впереди время, говорит, есть 3 месяца. Это большинство этих школьников так лето же, надо же грудь набить банки за 3 месяца. Можно! Можно! Надо такую фармакологию. Фармакология от Ильи. От Ильи, да, вот его фармакология. На-на-на. На этом, думаю, закончим такое экспрессинг. Уважаемые подписчики, ставьте лайки. Ставьте лайки и колокольчик. Эти большие пальцы вверх. Да, все. Спасибо.